слышали истории про то, как процессор, говорят, сгорел. Сгорел у вас процессор. Я видел только один случай, когда процессор реально может сгореть. Это если он действительно, блядь, сгорел. Вот, пожалуйста, сокет. Нет, я его заранее уже снял отсюда. А вот здесь тоже все нормально так пострадало. И даже в этом случае он выглядит жизнеспособным. Ну, немножко вот тут вот перегрев, видимо, из-за разгона точно, не из-за пожара, не из-за того, что тут все обуглилось нахер. Так, оперативка живая. Так, что-то мне подсказывает, что она еще живая. Вот этот слот. Ну, может быть. А тут действительно все. Вот южный мост перегрелся. Северного моста вообще, можно сказать, нет. Оперативку уже сюда не воткнуть. Она становится несовместимой ни с одной оперативной памятью. О, какая жесть.